Реальном стадионе и в сильнейшей лиге мира. Ну, все это мы с вами увидим на итальянском чемпионате мира. А сейчас 1-1 в товарищеской встрече играют финалисты мирового первенства. И наши имеют возможность забить гол. Йосиф Саба пока прав. Гол забит. Ну, здесь Куман ошибся, конечно. Непростительно такому высококлассному игроку. Есть какие-то футбольные правила, законы. Вот, и он не имел права в этой ситуации обводить игрока. Тем более, что сзади никого уже не было, кроме вратаря. Кроме вратаря. И, в общем-то, наказан был справедливо. И молодец игрок наш, который... Владимир Лютый. Который атаковал его, если можно так сказать, украл у него этот мяч. И вышел один на один и забил прекрасный гол.